Авиационные кофты и футболки от Евгения Малькова можно купить по ссылке в описании. Я в авиацию пришел в 2012 году, я стал курсантом, а до этого были у меня попытки вообще поступить в летное училище. Первые две попытки мои провалились, не с первого раза я поступил, вот, об этом тоже в блоге писал. Потом я учился на таможенника изначально, вот, сам я из города Дзержинска, это такой город Нижегородской области, около города Нижнего Новгорода. Вот, учился на таможенном. И всегда, как бы, в свое свободное время летал на авиасимулятор, и всегда тема интересная была. И вот когда уже более, так сказать, осознанный возраст стал у меня, я понял, что все-таки, ну, куда-то не туда я двигаюсь, не в ту сторону, в которую меня тянет. Начал предпринимать первые шаги для поступления, не поступил в Ульяновск, мне там не хватило несколько баллов по ЕГЭ. Вот, а на тот момент была такая ситуация, то есть то, что... У нас же по нашему законодательству в России как? Если ты поступаешь в высшее авиационное учебное заведение, и у тебя уже есть высшее образование до этого, то это можно сделать только платно. И то же самое в среднем, если то есть ты учился там в каком-то колледже, к примеру, да, и поступаешь в САСО, в то же самое там в Бугурусла, и у тебя уже нет вот этой возможности поступить на бесплатное. И я когда об этом узнал, я был на пятом курсе универа уже вот, в Лобаче, Лобачевского университета, вот, где на таможне учился. И я принял решение, что я просто заберу документы, не буду доучиваться и буду поступать в Ульяновск. Крупнейший образовательный центр «Алабуга Политех» предоставляет возможность освоить престижный профиль аэронавигация и программирование БПЛА. Обучение в центре будет проходить по дуальной программе. Обучение в колледже плюс работа, где вы будете разрабатывать принципиальные электрические схемы и проектирование печатных плат. Изучать принципы программирования микроконтроллера AVR, программировать на языке C, а также заниматься пайкой радиотехники и электротехники. К концу обучения вы сможете запрограммировать любое железо, от пылесоса до космического спутника. Здесь можно зарабатывать до 260 тысяч рублей уже на первом курсе, приобретая практические навыки и опыт в лучшей особой экономической зоне России и Европы. Плюс ко всему, Политех предоставляет льготное комфортабельное жилье. Студенты активно участвуют в спортивных и кибертурнирах. Это помогает развить навыки аналитики, научиться вести переговоры и работать в команде, а также быстро находить решения для сложных задач, становясь настоящим лидером. Чтобы получить востребованную профессию будущего и приобрести бесценный опыт работы прямо во время обучения, подавайте заявку на поступление как можно скорее. Учитывайте, что при поступлении не смотрят на баллы ОГЭ и ЕГЭ. При отборе учитывается ваш личный результат при прохождении игровой бизнес-симуляции «Business Cats», разработанной специалистами Алабуги. Больше информации по ссылке в описании видео. Вот, в Ульяновск я попробовал поступить, я прошел все, прошел блэк, прошел все физотбор, все профотбор, и мне не хватило там буквально пару баллов, я не помню, надо списки поднимать уже, смотреть, сколько там конкретно не хватило. Ну, там был набор, в общем, проходной балл, я не помню уже сколько, с трех предметов, и я там по краю не прошел, мне там не хватило буквально несколько. Вот, приехал, забрал документы, поехал в Сасово. В Сасово опоздал на день с подачей документов. Они сказали, что все уже. Да, я приехал, вернулся обратно в расстроенных чувствах. Мне родители говорят, ну, давай, типа, это, возвращайся в университет, будешь доучиваться. Но я понимал, что если я доучусь, то уже автоматически я, ну, никак там в Ульяновск не поступлю. Вот, и я забрал документы свои окончательно из универа, пришел в военкомат, говорю, заберите меня, давайте куда-нибудь в армию, потому что мне все равно надо было идти, я понимал, что мне, ну, надо будет служить, потому что военный билет мне нужен, это как бы основное из требований, ну вот. И пошел в армию, сходил в армию на год, после армии пришел, сел за репетиторство, за русский язык, за математику, за физику, я школу в 2006 году закончил, я никогда это ЕГЭ не сдавал. Вот, и поэтому сидел, с репетиторами занимался, начал поступать второй раз,
И второй раз я тоже не поступил, опять по этой же причине. Но я уже после армии как бы сделал, так сказать, ход такой, что я предугадал, что, возможно, я там, может, не поступлю, и мне надо где-то еще подать документы. Вот. И я поехал еще после по прохождения и до момента того, когда результаты будут известны на Ульяновске, я поехал, подал заявление в Краснодар, военное училище летчиков, но после армии что-то мне прям вот это все, я там это все насмотрелся, мне что-то не захотелось свою жизнь с этим связывать, вот, но это как бы был все равно такой вариант для меня, потому что я понимал, что если я с Ульяновском там пролечу, то, типа, ну, хотя бы буду там летать на военно-транспортной авиации. Все, прошел там, меня зачислили, и в июле, в конце июля мне сказали, что там через 3 дня после мандатной комиссии вы должны приехать, явиться там, вот как в армию, с бритой головой, там, с подшивой, со всеми вот этими делами. Вот. И после этого, короче, ну, дали 3 дня, я позвонил в Ульяновск, я говорю, какой там примерно средний балл на этом году, вот прохожу я, не прохожу, мне там в доконате сказали, ну, навряд ли ты с такими баллами пройдешь. И тут, короче, такая тема созрела, что у меня передо мной реально такой выбор встал. Либо забирать документы из Ульяновска, потому что ты же можешь в одно училище подать, и везти их в Сасово, либо уже оставаться, ну, там, в Краснодаре. Но в Ульяновск мне уже сказали 90%, что ты не попадешь, потому что баллы высокие в этом году. Вот. И я принимаю решение, я еду в Ульяновск, забираю документы, и в тот день, когда мне надо в Краснодар явиться, я просто с этими документами выезжаю из Ульяновска и въезжаю вот в это Сасово. Мне звонят уже оттуда, с Краснодара, говорят, ты где? И я понимаю, что, в принципе, в Ульяновск я уже не поступил, от Краснодара я уже отказался, а вот передо мной стоит Сасово, и я не знаю вообще, поступлю ли я туда или нет. Вот. И приехал туда, подал документы вот эти, начал ждать. И после того, когда все прошел, вот, меня зачислили, и я там оказался одним из последних по баллам ЕГЭ. Вот. Ну, в общем, такая вот история. Зачислили, это было в 2012 году, закончил училище с красным дипломом, что мне не помешало как бы. Вот. И после этого устроился в Аэрофлот. Скажи, а ты вот Сасово поступал уже там на последнюю подножку поезда, вскочил. Какие у тебя были баллы за ЕГЭ? Ты помнишь, там, математика, вот что-то? Блин, я, если честно, надо смотреть просто сертификат этот, он у меня дома лежит. Сколько там? 70-60, не знаю. В районе, математика в районе 70, русский тоже в районе что-то типа там 58 или что-то типа того, вот. Ну, какие-то там... Крепенько, но звезд неба не хватало, да? Да, ну, как бы у меня там, типа, 158 по сумме 3 предметов, что ли, было. Ну, я просто не помню, не буду врать, надо посмотреть в сертификате, что написано.